Всем привет, дорогие наши друзья и зрители нашего Всем канала привет, друзья. ASMR Russia. С вами снова Денис. И Настя. Сегодня мы будем кушать... Нет, мы будем наслаждаться. Мы будем наслаждаться шаурмой. Ты любишь шаурму? Я очень люблю шаурму. А я ее просто обожаю. А вы любите шаурму? У нас тут две разные шаурмы. Одна цезарь, другая фирменная. Немножечко картошки фри. Я еще тут немножечко кетчупа нам с Настенькой добавил. И себе чуть-чуть горчицы. Капелюльку. И мокрая картошка фри. Да, она немножко... Какая она мокрая, но нормальная, кстати. Отсыревшая. Ну-ка. Немного сыроватая. Но зато в ней сохранены все витамины. Чем сырее, тем полезнее. Ну что, я голодный, я с работы. Давайте начинать. Поехали. Лёша на балкончике лежит. Не знаю, даст ли нам снять да, в этот раз? Мы только что пришли с улицы. Здесь, кстати, не свинина, здесь курица. Угу. Помидоры, причём листья салата. В цезаре. Соус. И в фирменном. Курица, да? Везде курица, да. Угу. В цезаре там сухарики должны быть, какой-то соус там с фирменный. У тебя сухарики, да? А они, кстати, разные. Я знаю. Я тебе, ну, пополам. Вот догадайся, где фирменный, где цезарь? А, то есть у меня половина от фирменного, половина от цезаря? Да. Вот сухарики, вот цезарь. Махом она раскусила. Ну, сухарик, правда, уже отсыревший тоже. Вот это, так. Это должен быть, насколько я знаю, это цезарь. Я быстрее раскусила. У меня шампиньончики. Кстати, запах. Вкусно. Вкусно. Обожаю шаурму, просто фантастика. Персиковые люди. У нее такой вкус насыщенный. Прям готов язык проглотить от удовольствия. Ну, тебе еще пригодится. Конечно же. Вопросы ваши. Задавайте вопросы, пишите комментарии. Переходите по ссылке на наш второй канал Step Family. Погода нас начала просто радовать летними деньками. Солнце, жара. Птички поют. Можно каждый день ездить на природу. Чем мы, в принципе, сейчас и будем заниматься. На всех выходных. Какие у нас только будут. Завтра мы запланировали поездку на озеро. Или на речку, что там у нас поблизости. Я думаю, если мы поедем туда, где мы были в последний раз, это протока вообще. Еще не, лучше. Не озеро, не речка, это проточка. Планируем пожарить крылышки на природе, снять там мукбанг на второй на наш канал Step Family. Надеюсь, нам дети дадут это осуществить. В первую очередь дети, Лёша. Конечно, дадут, в первую они очередь они будут принимать участие. В первую очередь Лёша, да, конечно. Слушай, ну прям вкуснятина. Настя еще что-то сомневалась, кстати, насчет того, что мы будем сегодня кушать. А у меня не было сомнений. Я знал, у надо брать. У творческих людей всегда есть немножечко сомнений. Ладно, ваши вопросы. Поехали. Было ли у вас такое чувство? Вопрос от Лилия Вей. Лилия Вей? Ну, что это такое? Было ли у вас такое чувство, что вы делаете что-то не так в жизни? Или живете не своей жизнью? У меня было. Хороший вопрос. У меня было, да. Поэтому в один день я решил кое-что поменять. И поменял. Это было... А подробности можно в студии? Ну, когда я бросил пить. Все бросил, все завязал. Думаю, надо менять свою жизнь кардинально что-то. А что? Я жил в съемной квартире. У меня ничего не было вообще. Вообще ничего не было. Одни долги только были. Не, я, конечно, не был никогда алкоголиком. Упаси Господь. Ну так, а тебе приписывают каждые выходные с друзьями, там, в клубы, в бары, там, веселиться, танцы, шманцы. Обниматься. Вечерком там выйти в ларьке так тихо. Выйти вечерком там пивка попить с друзьями. То есть это нормально было. А потом я... Просто все решил завязать и поменять свою жизнь. Что, в принципе, и произошло. Это было давно, так что не подумайте, что это было вчера. Это было очень давно, да.
И жизнь моя поменялась. Причем в лучшую сторону. Я бы, конечно, не стала встречаться и знакомиться даже, мало того. Ой, да ладно тебе. С алкоголиком, естественно, да? Вот я же тебе объясняю. Я не был алкоголиком. Ну, с выпивающим человеком, ладно. А ты не встречалась никогда? Нет. У тебя что, парень не пил? Ну, он очень редко выпивал. Ну, пил же. В компаниях, ну, очень редко. Ну, я тоже в компаниях. А ты что думаешь, я там приду домой, там себе стакан водки хлыбы сдал, там, ой, ништяк, понятно. Ну, встречалась. Такого не было никогда, ты чем? Самый мой большой запой — это, конечно же, Новый год. Mm-hmm. 31-го начинаешь. Первое это как 31-е, это один день. Второго mm-hmm. похмеляешься, вот 3 дня. Все. Вот так вот хватало. У меня в жизни такого не было, слава богу. Ну, ты же знаешь, у нас веселая компания, там Егор, Коля, там. Там уйдешься, там... короче. Ну, слава богу, у меня не было. Мы же Новый год встречали, не так там в квартире закрылись, и давай там бухать 3 дня. Мы там по гостям, там туда-сюда. Там, сям. Кажется, молоко прибыло. Сейчас будет Лёша просыпаться. Не будет. Он разоспался. Вопрос от АПП. Привет. Привет, АПП. Привет, АПП. АПП, привет. Денис, почему вы не показываете свою маму? Почему ты скрываешь свою маму от всех? Я никого не скрываю. Все так просят её показать, мама, посмотреть. Мы, я уже объяснял, что я на Step Family, мы снимали видосик на ее день рождения. Я его загрузил, хотел выложить. Но пришло предупреждение, что там мы нарушаем авторские права. А получилось все из-за того, что играла Европа Плюс, когда я это все снимал, дети танцевали, и там играли различные репертуары. Вот из-за них нам хотели страйк поставить. Ну, поскольку я еще не успел его опубликовать, страйк нам не поставили, я его просто удалил. И все на этом. Ну, я думаю, а поскольку что... мама живет как бы не рядышком с нами, а далеко, мы не так часто видимся. Ну, я-то часто вижусь. А вот так, чтобы собраться вместе... Я думаю, что мы твою маму увидим в ближайшее время, потому что мы планируем... отметить день рождения моей мамы, хотя оно уже прошло, оно было 29 июня. И мы будем его отмечать в субботу. Это недели. И моя мама планирует пригласить твою маму. Может быть, она это уже сделала, пригласить ее. Поэтому. И возможно. Мы я думаю, видосик. Что это получится. Единственное, что поместимся ли мы там все, чтобы все были в кадре. Единственный вопрос. Не, в кадре-то мы будем все. За столом будет тесновато. Ну вот. Ну, в общем, ладно, как там. Салфетки забыли взять, короче. Ерунда. Ты еще шаурму в кетчуп макаешь, ну ты даешь. Ты вообще весь вкус портишь просто. Кетчуп для картошечки, а это там вот соус. Вся красота, весь вкус. Настенька. Ай-яй-яй. Заболталась, короче. А вот что мне нравится в шаурме, она такая сочная, после нее пить даже неохота. Да. Ты ешь и как бы напиваешься шаурмой, что ли. Вот это вкусно. А мы тогда, помнишь, давно ели? Там что-то морковка была, что там было? А, свинина, помню, да была. Я не помню, что мы, же в разных вот местах. Последний раз сюда брали. Вот там было что-то невкусное. Это острое было еще. Ладно. Там была мексиканская шаурма, кстати, с острым соусом. Алина Каримова, такой вопрос. Почему вы вышли замуж за такого человека? Он как-то странно себя ведет, как будто пьяный. Алина, он не пьяный, он просто уставший. Всегда. Человек работает, понимаете? Всегда. Чем работают, тоже всегда. Ты поняла, за кого ты вышла-то? За человека, который работает, я вышла. Наши зрители подозревают меня в чем-то. Ну, не всегда чем подозревают. Да, если честно, я сам себя подозреваю. Нереально. Там некоторые видосы смотришь сам. Не узнаешь себя? Ё-моё, такие там прям глаза потухшие. Не, ну я-то знаю, что я уставший, там меня прям тушит. А так со стороны думаешь, что-то принял паренёк-то. Поздно ложится и рано встает, понимаете? Поэтому такой вид. Да.
А с недели снимать получается только вечером. Сейчас, кстати, у нас вот вечер, мы ужинаем. И к вечеру как бы ты не всегда уже в форме там. К вечеру наоборот. Вкусно. Выматываешься. Это было вкусно. Моя, да? Да. Фирменная. Ну я сейчас вот, я свою, кстати, съел. Сейчас к твоей приступлю. Мне сметана соус такой вкусный. Ну-ка, что тут у нас? Это фирменная? Да, ладно. Ничего. Тоже вкусненько. Весьма. Ну, кстати, на видео, которое ты выложил с пирожными, вот вчера. Ну? Написал кто-то, что у вас с качеством съемки? Верните, типа, камеру ту старую назад. Типа, якобы, качество стало хуже. Не знаю, вроде то же самое было. Хотя, камера. Ну да, я и написала, что... Не знаю, что-то произошло. Я уже посмотрела, не заметила ничего такого. Не знаю. Что-то случилось. Может быть, попробуем сами сделаем? Шаурму? А что, это же лаваш? Он же продается, он копейки стоит. Нафигачил сюда. Еще, правда, ни разу не пробовали делать сами шаурму. Да, хотим. Ну, если время будет, конечно, сделаю. Мне кажется, тут делать нефиг. А это лаваши вообще копейки стоят. Если учесть, что делать, скорее всего, буду я, то вообще нефиг делать. Да. Вот, в принципе, это фантазию включаю, тут можно, да, чего угодно нафигачить сюда. Можно с курицы, можно с колбасы, можно со свинины, да, можно с говядины. Вон с курочкой самая. С фаршем. Самый идеальный вариант, да, на фарш. Будет разваливаться. Потом, что туда? Огурчики, капусточку, помидорки. Соус надо какой-нибудь придумать, на бодяже. Замутим. Ну, не знаю насчет того, в следующий раз это будет или не в следующий. Лёша проснулся. Я не слышал ничего. А я слышу. Что, давай его сюда? Думаешь? Угу. Да, он, может быть, еще себя спокойно поведет немножечко. Будем ждать, когда заорет. Благим матом. А вдруг тебе показалось? Нет. У меня очень острый слух. Ну да. Что есть, то есть. Он мог, кстати, во сне вякнуть. У него такое бывает. И посмотри, я пока одна поем. Сейчас вернусь. Ну что, у Насти показалось? Короче, мой слух меня подвел. Лёша спит. Что это было? Ладно. Может, правда, во сне. А мы продолжаем наслаждаться вкусной шаурмой. Зато теперь я спокойна. Слушай, моя была вкуснее. Вот серьезно. Знаешь? А вот это что такое? Типа как фарш или что это? Не знаю. Вообще, я скажу, что они обе вкусные. Вот так вот определенно сказать, что вот это намного вкуснее или не намного, хотя бы просто, я не могу, они обе прям вкусные. У меня эти были грибочки, а здесь нет. Тут другой соус, там сухарики, там сырок. Ты что, картошку не ешь? Это все ем. Я вот что-то с этой картошкой постоянно не везет. Сделай сама. То она какая-то такая, как по-деревенски, да? То она как в холодильник ее положили, она, да? Отсырела от холодильника. Надо было ложить ее. Стала какая-то влажновастенькая. Нормально. Но вкусовые качества свои никак не потеряла. Вкуснотень. Надо почаще шаурму брать. Реденько мы ее берем, реденько. Просто снять мукбанг с вишней, черешней. Ну, черешня вроде у нас появилась. Дорогущая, правда. Ну, 400 рублей килограмм.
А вот вишни нету. Вишни никогда не было, только дачная. Только, да, местная дачная. Мы купили, кстати, клубнику вчера, дачную. Я дала 300 рублей за литр. И то это дешево. Это очень дешево. В среднем цена 350-400 за литр. 400 в среднем вообще-то цена. 350 это тоже немного. 400 у нас жимолость стоит за литр. Очень дорого. Не можем себе позволить. Хотя жимолость... Но дети не очень любят жимолость. Я, вот я люблю. Очень. Вот я бы покушала. Ну, купи себе литр, да кушай. Да, это же витаминки. У нас когда была дача раньше, в детстве, у нас... Если я не ошибаюсь, 6 кусов жимолости больших было. Там это жимолости ведрами собирали. Ништяк. Я не очень ее любил. Не варенье, не так. Ну, обычно так мы ее сахаром засыпаешь и ложками. Сахаром-то ничего. Опять же, я не очень. Я вот клубнику, да, любил. Клубника вкусная попалась. Сладенькая такая. Даша что-то побаивается, весь я смотрю. Ну, она вчера покушала. Вчера покушала, я ее помыла, сегодня помыла. Ну, Даша, ешь. Она говорит, я боюсь, у меня аллергия. Что-то на улице шумит, она сейчас проснется. В общем, беспокоится за свое здоровье. Пашка наворачивает только так. Паша очень любит. У Паши нет аллергии. Вот он и наворачивает. Да. Аж ушки заворачивают. Я тоже очень люблю. Но вчера поела, ничего, сегодня Алёша себя хорошо ведёт, и ничего нету, нету. Правда, потничка сейчас вот у него. Потничка — это от духоты. Угу. Что жара сейчас началась. У него здесь складочки, не складочки. В череде купаем. Я сегодня заказала череду и ромашку под заказ. В аптеке. Недорого. Заказала, в смысле, ждать придется? Там дня три. Нам хватит покупать. Все, что есть дома. Сейчас детки придут. Я наелась. Молодец. Че? Вот я тупень-то. Что случилось? Я думаю, что не хватает? А что не хватает? Чай налила, на кухню оставила. И в конце видео вспомнила. А как-то и не хотелось особо, а вот сейчас захотелось, я вспомнила. Прикинь. Да, я не пью чай. Специально пошла, запарилась, да. Торопилась. Поспешила. А вот только сейчас пойду и попью кваса холодного. Ну ты даешь. Это вот надо было квасу-то и налить тогда в итоге. Квас захотелось. Как раз квас купили сейчас холодненький. Ну правда не тот, какой мы любим. Того не было. Нас тогда другой. Главное, что холодный. И с газиками. Ты в холодильник брала? Нет. Ну, уже не такой холодный будет. Да места не было. Наелась, все равно хочется. Тянется, да, рука это тянется. Это сыр, кстати, я поняла, но это мягко что-то такое. Видишь? Сыр. Сырок. Ты брал, там была очередь желающая? Ты один? Нет, там сидели двое. Сидели? Да, там же маленькая такая, там всего 4 столика. Там в основном берут и уходят. Ну что такое забегаловка? Да. Чистенько все. Тебе отчет нужен? Да. Мне это успокоит. Сходи. На кухню пускают. Знаешь, как это? Лена Летучая, да, или как там ее зовут? А, Лена. Налети на нее. Я бы с удовольствием. В белых перчатках. Ну-ка, давайте я проверю вас. Да. Где вы все это храните, в каких контейнерах? Отдельно ли овощи от мяса? Сможешь так сделать? А я тебя буду снимать на камеру. У меня должно быть удостоверение какое-то, что я имею право, да?
это сделать. Что думаешь, у этой Елены есть удостоверение? Она что-то показывает там всегда. Раньше, по крайней мере, смотрела. Я думаю, они сначала как-то это договариваются или нет? А, заранее думаешь? Я не знаю. Мне кажется, врасплох. Врасплох? А она что там? Может, действительно у нее есть какие-то... Права. Права, чтоб тогда... Ее же могут нафиг послать. Ну, вообще, да. Кто она такая? Кажется, иди же нафиг. Или типа она там... Ее так... Эту Лену смотрит вся страна, что она может просто забанить ресторан, что ли? Что-то я сильно сомневаюсь. Даже если она там какой-нибудь негатив там скажет, вот это плохое кафе, что туда думаешь, люди перестанут ходить? Да мне кажется, вообще маловероятно, ну, что ее там столько народу смотрит. Какая-то же проверка имеет право вот так вот залететь и начать проверять. Санэпидинстанция какая? Может быть, она показывает корочку именно какую-нибудь там, связанную вот с этой вот. Ну, может быть. Проверка. Не исключено. Может, кто-то где-то она ее получила, кто-то ей дал. А может быть, они ходят с этим человеком, который, ну, которого возможно. Есть это. А она как телеведущая, да? Да, ну типа, давай, я рядом, вперед, корочка, ну, да. Есть. Работаем. Камера. Возможно. Мотор. Не знаю. Ой, все. Есть нечего. Ты наелся? На, вот доешь мою. Да не хочу я. Ой. Я тоже не хочу. Нормально, в принципе, что я хочу сказать. Сытненько. Сытненько, вкусненько. Две половинки, это целая большая. Мне, кстати, шаурмы там такие немаленькие. Хотя, вот, если честно, я как-то вот где-то в интернете, там, в Ютубе смотрел, как тоже вот шаурму готовят. То там что-то прям такую вот сделали, прям реально, я не знаю. Там лаваш такой, я не знаю, как вот эта вся доска наша. В смысле, мукбанг какой-то? Нет, как делали лаваш вообще. Просто сами делали. Я говорю, что такие здоровые бывают. Что мы, в принципе, от такого-то налопались, что они не маленькие. А там бывают вообще, я не знаю, там, наверное, по килограмму, походу. Такого можно одним наесться. У нас миниатюрные, маленькие, скромненькие. Нет, это не миниатюрные, это... Ага, миниатюрные там, ну-ну-ну. По сравнению с другими мукбангерами, мне кажется, мы очень скромненько желудок. Кушаем. Как у котенка, да? Меньше наперстка. Но влезает в нее очень много. Ладно. Мне это не касается. Сейчас Лёша проснется, давай закругляться. Давай закругляться. Ну что, дорогие друзья, ну-ка глаза кучу собрал. Один здесь. Все, я сосредоточился, давай. Ладно. Ну что, дорогие друзья. Спасибо вам за просмотр, спасибо за ваши лайки, за вашу поддержку, мы всех очень любим. Стараемся. Обнимаем, ценим и всего хорошего, до новых встреч, пока-пока, скоро увидимся.